Добрый день, продолжаю рассказывать про Бермуды и продолжаю рассказывать про домики. В прошлый раз я рассказал про домик с красной крышей, который чуть попроще. Сейчас будет домик с зеленой крышей. Посмотрим, в чем у них разница. Напомню, что все это серия Бермуды. В таких коробочках поставляется. Здесь 8 планет. Ну, вот такое что-то должно быть. Как Меркурий. Вот один треугольник, поэтому Бермуды. Их таких разных 8. Ну, плюс 2 домика. Еще колонна и звезда. Про вот эти, про Меркурий и про домик с красной крышей уже рассказывал. Можно посмотреть. 5-й анбоксинг раз в 10 выходит. В коробочку, как я уже говорил, помещать не стал, так как боюсь, что не влезет. Чуть крупнее домик. И ну, вот эта коробочка для большинства планет. А домик, видимо, был в пакетике, либо ну, в какой-то другой коробке. Безызвестной, которая не сохранилась. В чем разница домиков? У них по одному треугольнику. У красного какие-то вращения были доступны сразу. У зеленого, ну, вокруг треугольника сразу ничего не вращается. У домика с красной крышей здесь центры более-менее адекватные. Зеленый, оранжевый, синий боковой центр хороший. И вот такой вот красный, ну, конек крыши, надо его ориентировать. Ну и были еще одинаковые уголки желто-красные и бело-красные. Ну и по принципу простых Бермуд все собиралось. Что же здесь? Ну, здесь, во-первых, труба покороче. Здесь стена из зеленого центра росла. А здесь растет из красного, ну потому что крыша зеленая, чтобы домики можно было различать. Ну и труба коротенькая, похожа на ребро, легко перепутать. Ну, хотелось бы повернуть, но пока не вращается. Также здесь, ну, другая ориентация вот этого треугольника. Также вот это ребра. Здесь одно ребро было маленькое. Здесь 3 больших, потому что крыша, да, сбоку получается. И вот это вот все уголки. 2 зеленых, синий, красный и оранжевый. То есть уголков 5. Да? Ну и тут было тоже 5, но один был вот такой. Полноценный. Здесь все крохотные маленькие. И с другой стороны, здесь, если это взять низ, появляются уже нормальные адекватные углы и 2 одинаковых. Одинаковые уголки говорят, что возможен псевдопаритет, и он обязательно будет, наверное. Если не будет, смоделируем. Как же все-таки заставить домик вращаться? Ну вот так-то он вращается, здесь ограничений нет. Но здесь надо понять, кто здесь центр. В прошлом вот эти были центры. Сейчас посмотрим. Повернем вот так для начала. И надо же, что-то завращалось. Мы понимаем, что центр вот такой. Ну, этот, понятно, желтый. Здесь, понятно, треугольник. А здесь вот такой вот синий-красный центр. Посмотрим дальше. Здесь синий-оранжевый. Дальше. Потом никто не мешает. Мешает. А если вот так? Так не вращается. Здесь был вот этот центр. Здесь, видимо, хочет вот этот быть. Посмотрим. Либо этот, либо этот. Оказалось, что зеленый квадратный центр. Тут такой. Ну и этот, вероятно, зелено-красный. Да. То есть получаем 3 двухцветных центра и 1 квадратный зеленый, одноцветный. Вот такая история. Остальное, то есть вот это ребро. Это центр, это ребро, не перепутайте. На вид одинаковые, но функции разные. Вот это ребро, это ребро, это ребро, это центр и это центр. Да? Вот они чередуются. Можно через один просто взять, что это центры, через один это ребра. Так. Как перемешивать? Ну, в каком-то изначально сдвинутом положении, где у нас вращаются, максимально вернем что-нибудь вот так. И достаточно до ворота верхней грани, чтобы ничего вращаться. Довернем вот так. Берем треугольник, катетом одним к себе, другой справа. Тогда у нас вращается правая грань и передняя. Вращаем уже. Чтобы перемешать, можно на 180, можно на 90 градусов. Вращаем переднюю грань, Все как и в том домике, но изначально нужно что-то тут повернуть. Чуть-чуть поскрипывает. Но вращается вполне нормально. Бермуды у меня лежали долго. Вот время до них дошло. Вот часть как-то перемешана. Но вот эта часть не очень. Поэтому мы подворачиваем сюда вот этот блок зеленый. И его тоже максимально перемешиваем. Теперь что у нас осталось? Вот тут вот не особо перемешано. Повернем весь треугольничек. Так, кто у нас центр? Вот этот центр. Да? Ну и как-то здесь еще намешаем. Ну вот, что-то изменилось по форме. Да, я, кстати, не сказал, но важно перед тем, как перемешивать бермуды, обратить внимание, ну, где какое ребро стоит. Обычно на гипотенузе, вот для всех шипмонтов Меркурия, достаточно одно вот это посмотреть. И здесь стояло одноцветное зеленое большое ребро. Ну, здесь была крыша с этой стороны. И его мы первым делом-то и поставим сюда. Пока что-то вращается. Вот. И найдем ему местечко. Красно-зеленый. Ну, где-то здесь. Между чем? Между вот этим зеленым центром и сине-оранжевым. Его придется развернуть. Развернуть придется. Давайте сразу развернем. Вот. Хотя нет. Вот сюда наш не зеленый, оранжевый, просто зеленый. Вот сюда отлично становится вот это ребро. Но дальше уже понятно. Бело-зеленый. Дальше здесь должен быть оранжевый цвет. Да, синий-оранжевое ребро под синий-оранжевый центр. Ну, пока недоступно. Вот здесь вот синий-красное ребро, но центр развернут. Этот этап мы практически не использовали на предыдущем домике. Разворот центров, поскольку они почти все были симметричные. Они симметричные были все, но один все-таки приходилось ориентировать. Так, второе ребро есть, и нужно вот это, да, вот это. Ну, здесь можно сразу заметить, что по цветам вот не совпадает ребро и центр. Поэтому сразу отведем в сторону, развернем, так, поставим и сюда. И это крест. Крест из трех ребер. Три угла, вернее, три ребра, 5 углов. И будем потихоньку собирать уголки. Вот здесь пара даже стоит. Может, ее получится куда-то поставить. Где ей жить? Вот здесь. Но она сюда не захочет ставиться по-хорошему. Поэтому пока поставим просто уголок. Пусть стоит. Вот здесь вот по бокам нужно два бело-зеленых. Сверху нет? Нет. Давайте посмотрим, что есть. Здесь есть вот бело-оранжевый. Его можно сюда поставить. Главное, пока вот сюда не будем ставить. Остальное все ставим. Вот здесь. Стоит неплохо. Зеленый. Где бы ему быть? Ну вот два зеленых должны быть здесь. На место вот этого поставим вот этот зеленый. Не вращается. Почему? Потому что нужно вот так вот подвернуть. Что вот это центр, вот здесь гипотенуза. Не все движения доступны, но с этим легко можно бороться. Дальше, чтобы далеко не отходить, сразу зеленый поставим вот сюда. Таким вот, ну, либо три пиф-пафа слева. Так, что получилось? Ну вот 4 уголка стоят. Давайте довернем. И вот этот принципиально пока не ставим. Через этот слот будем расставлять ребра. Вот здесь должно быть красное. Нет наверху. А что есть? Есть оранжевый наверху. Оранжевый. Так, а он у нас что-то не очень тут стоит. А, ну то, что это ребро. Угу. Это должно стоять не так. Давайте проверим по цветам, что-то не то собрал. Белый, зеленый, оранжевый, синий, синий, красный. Все хорошо. Так, этот стоит правильно. Этот правильно. Этот здесь должно быть такое вот ребро, да, и тогда будет красиво. А это труба. Труба, и все хорошо. Кажется, что неправильно собрано, но это труба, и труба это центр. И все нормально. Кроме того, что его нужно развернуть. Да? Он должен вот с этим ребром. А нет, не нужно. Все нормально. Сейчас соберем дальше, там увидим. Собирать будем через вот этот слот. Давайте что-нибудь все-таки найдем. И вот это оранжевое ребро поставим вот сюда для начала. Подворачиваем сюда вот этот слот. И используя, что у нас доступно и правое движение, и переднее, просто в 4 хода загоняем это ребро. Дальше. Так, нормально. Просто синие. Есть такое. А наверху оказались всякие не те. Ну, давайте зеленое извлечем отсюда. Так. И зеленое поставим вот сюда, чтобы картинка уже нормально нарисовалась. Так, вращается. Хорошо. Ну, здесь ребро симметричное. Возможно, оно нам потом предложит псевдопаритет на кресте. И поставим его пока вот так. Посмотрим. Да. Вот у нас труба с красного. Отсюда идет сюда. Хорошо. Сюда синие. Вот мы поставим. И сюда вот красные. Красное доступно. Ставим красное сюда. Так. Ну и что осталось? Осталась вот эта пара. Но она тут вполне нормально решается. Даже можно вот так загнать. Прям целиком. И получилось, что два слоя готовы. Да, труба. Все хорошо. Ну и привет, псевдопаритет. Да. Попробуем загнать вот эту симметричную пару по-другому. И здесь это делать проще, чем на домике с красной крышей. Пару разбиваем на трехходовку и загоняем как трехходовку. И все. Псевдопаритет решился точно так же, как на Фишере, ну, всяких шейпмонах обычных. Здесь же было только одно симметричное ребро, вот это красное. И этот алгоритм, который я сейчас использовал, здесь не получался из-за того, что тут мешался вот этот уголок треугольника. Приходилось немножко ломать. Ну, можете посмотреть видео, как я собирал этот домик. Дальше уже отработанная система. Галка. Ставим треугольник вот так, спереди справа. Делаем фронт. Обратный пиф-паф. Фон штрих. Глаза. Здесь не получится сделать алгоритм для глаз, так как движение D нам все испортит. Поэтому делаем через две рыбки. Как я, в принципе, почти все крестовые OLL и делаю на Бермудах. Так. И вторая рыбка. Ну, можно было сделать, конечно, через правую руку. Ну, просто вот этот алгоритм нам сейчас еще пригодится. Дальше смотрим на уголки. Кажется, что вот эти два стоят хорошо. Допустим, что это так. Да? Поверим им. Хотя я напомню, что одинаковые уголки приводят к псевдопаритету. Посмотрим, что нужно сделать с ребрами. На Бермудах я сначала собираю углы, потом ребра, потому что не работают алгоритмы из метода для начинающих здесь. Ну, кроме-то первого. Видим, это ребро на месте, это на месте, а вот эти два надо переставить. У нас же не 4 на 4, а у нас 3 на 3. И это псевдопаритет, который появился из-за вот этих одинаковых углов. А значит, эти углы нужно поменять местами и потом же ребра расставлять. Можно, конечно, предположить OLL, который меняет, не OLL, а PLL, который меняет два ребра и два угла, и его использовать. Но мы давайте сейчас по-простому. Поменяем сначала вот эти два одинаковых угла при помощи Т-перма. перед, справа, глаза слева, два угла меняем. Делаем теперм. Так. О, ничего не поменялось визуально. И тут осталось. Довернем и посмотрим. Теперь у нас вот это одно ребро стоит на месте. Ну, теперь меняет два угла и два ребра местами. И вот это нужно по часовой стрелке. Чтобы поменять по часовой стрелке, мы правильное ребро ставим назад, а напомню, перед у нас тут, правая грань тут, и делаем две рыбки. Сначала правую, потом левую, да, по часовой. Если надо наоборот, против часовой, либо делаем это два раза, либо начинаем с левой рыбки, а потом делаем правую. Ну, здесь там по часовой, поэтому просто делаю правую рыбку. Перехват, да, чтобы поменялись. Делаю левую. Доворот. Домик готов. Чуть сложнее этот домик. Но если вы с первым справились, то справитесь и с вторым. То есть дополнительных алгоритмов здесь каких-либо не требуется. Забавные головоломки, но сложность их, ну, такая, невысокая. Ровно как у всей вот этой компании. Я не знаю, что будет дальше, но вот я доставал Венеру, уже показывал. Здесь два треугольника. И уже вот это все, что я здесь показывал, тут не работает. Да, придется придумать что-то другое. Но придумаем, и об этом будет следующее видео по Бермуду. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.